Ну, в общем-то, знаете, наверное, не окажусь каким-то новым человеком, но я думаю, любой тренер всегда хочет чего-то большего, чего-то лучшего. Ну, как знаете, наверное, перед сезоном хотелось попасть просто в плей-офф, но в процессе чемпионата уже, когда наладилась игра у команды, стали появляться очки. Хотелось бы, конечно, подняться как можно выше, но, к сожалению, получилось так, что мы заняли третье место. Ну, скажем так, на 4 с плюсом мы этот сезон оценим регулярно. Ну, скажем так, на фамилиях не хотелось бы останавливаться. Просто можно перечислять большую половину состава, потому что основная масса ребят, тот костяк, те 20-22 человека, которые провели большее количество матчей, все ребята порадовали. Некоторые даже, скажем, больше, некоторые прыгнули выше головы. Но не хотелось бы называть их фамилии по одной простой причине, что выше головы они прыгнули только на уровне МХЛ, а им расти и играть дальше. Так что ребятами довольны, честно скажу. Перед ними можно поклониться и снять шляпу. Ну, давайте начнем, наверное, с задач. Задача как можно дальше пройти, как можно больше победить. Ну, а команда Талпар, обученная команда, техничные ребята. Вы, наверное, знаете, на протяжении десятков лет уфимская школа выдает очень качественный товар и в большом количестве. Так что игры предстоят тяжелые, но ребята настраиваются просто так, легкой жизни, там ни у Талпара, ни у кого не будет, ни у медведей. Ну, я на этот вопрос отвечал уже много раз, и сейчас до сих пор могу сказать только, что пока надеемся и нам обещают, что завтра в Москву должны прилететь Китсон, Лазарев и Фисенко. Но вот они сейчас находятся в Усть-Каменогорске, в расположении Ермака. Вот вчера нас заверили, что завтра они будут в Москве. Не, ну, конечно, времени маловато, хотелось бы получить их там вообще в начале сезона. Ну, а вот так, в оптимальной, конечно, желательно, чтобы они с нами эту последнюю поездку проехали, чтобы и ребята в коллективе их почувствовали, и они почувствовали атмосферу в коллективе. Ну, это все в идеале, понимаете. Ну, а так, как есть, так есть. Будем, спасибо за это.